Сокращение зарплат, которое стало повсеместным среди российских чиновников, может не коснуться сотрудников госкомпании. Во всяком случае, этот вопрос не будет решаться директивами из Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий прозвучал после того, как в Минфине предложили ограничить зарплаты сотрудникам госкомпании. Песков указал, что зарплаты топ-менеджмента госкомпании не должны регулироваться властью. Этот вопрос решается на корпоративном уровне, пишет РИА Новости. Песков отметил, что все компании, как частные, так и государственные, определяют уровень зарплат своих сотрудников, исходя из корпоративных интересов. Отвечая на вопрос о том, знает ли президент размер зарплаты главы Роснефти Игоря Сечина, пресс-секретарь заметил, что не может ответить на этот вопрос. Он подчеркнул, что госкомпании по-разному сокращают расходы во время кризиса. На мой взгляд, это несправедливо. Все-таки, если всем чиновникам урезать зарплату, необходимо и, в принципе, главе Роснефти тоже срезать. Все-таки это большие деньги. Я, на самом деле, не знаю, как они все это делят, но если сравнить зарплату в Омске среднюю, около 30 тысяч, и ежедневную зарплату главы Роснефти, то это, конечно, по логике можно уже догадаться, что нифига это несправедливо. Руководители крупных корпораций должны, в принципе, как меценаты в определенные дни или как-то они там должны жертвовать, делать пожертвования в фонд тех же самых пенсионеров и так далее, малоимущих и детей. У нас вот, допустим, люди, накопительная пенсия была, и так вот взяла, она исчезла, а у них зарплата, я думаю, что это несправедливо. Кто-то не может прокормиться, там буквально день там прожить, чтобы, да, как-то. Я считаю, это, конечно, несправедливо.